Всем привет, друзья! Сейчас будет такой у нас обзорчик. Все давным-давно знают данные модельки. Это у нас Fiera Hop 100, друзья, и Fiera Emotion 150. То есть почему Hop 100 и Emotion 150, не понимаю. Короче, такое название, друзья. По мощностям, допустим, обычно, как правило, называют там 100, значит 100 ватт, да, 150, значит 150. Нет, друзья, тут, конечно, нужно почитать, там, допустим, углубиться в это все. Ну, давайте так, будем смотреть со стороны, как обычно, просто покупателя, да. Чисто вот много, знаете, там бывает, просматриваю тоже на YouTube-каналах разных. Некоторые люди как заморачиваются, да, вот с этими колонками, конкретно с Fiera, я не могу, вот. Он там ее и лепит, и там и шумку делает, там и это. Ну, может просто человеку, знаете, нехер чем заняться, да, и он начинает вот это там с говна там лепить и палок, короче, и там пытается с нее влепить JBL, да, всеми любимый, да. Ну, сука, не получается нихера, ну ладно. И он начинает доказывать, что он накопил 10 тысяч рублей, купил, он пытается слепить с нее просто ракету. Друзья, смотрите, то есть вот в двух словах, да, от простого пользователя. Давайте мы забудем, да, вот то, что я там каждый день там эти колонки кручу, верчу и все такое. Много разных переслушал, да, и будем еще слушать очень много. Вот со стороны обычного пользователя, да, покупатель, я пришел в магазин, да, вот у меня, например, бюджет ограничен. Да, вот у меня там сумма 10 тысяч рублей, друзья. Вот данная колонка, по-моему, стоила десятку, может больше. То есть я одно время что-то и купил за 13, по-моему, за 12, 13. Сейчас смотрю, где-то на местами 10. Где-то, ну, так и осталось 13. Hop 100 стоит там что-то порядка 14 тысяч. Вот, поэтому тут можно найти в разных магазинах. Но в основном она в одном магазине продается, да? Так, друзья, ну... На внешний вид смотришь, ну, обычная колонка, ну, ничего такого, как бы, да, ну, все просто, все красиво, все как бы, ну, как красиво. За эти деньги это отлично просто. Я не буду говорить шикарно, это хорошо, даже отлично. За эти деньги горит, светится, небольшая, компактная, по сравнению с другими моделями, да, там такая коробка там необъятная, да, ростом человека, а играет там, еле шипит, да, ну, так же бывает, да, бывает купил там. Есть такие у нас там оптовые рынки, как их называют, да, в районе города Москва. Приезжаешь, там братан, там бас, там вообще. Когда, мы, говорит, рубаха сейчас разорвется у тебя от звука, базара нет. Ну, каких-то, да, чтоб разорвалось, не знаю, там штук 15 поставить, чтоб включить вот эту одну, допустим. Ну, это так уже, знаете, мысли вслух, немножко фантазирую. Но тем не менее, друзья, давайте мы посмотрим вот по факту, как покупатель, да, просто я пришел, я хрен знает, что мне надо, я не понимаю в них, да. Все же, как правило, да, начинают там YouTube ролики смотреть, начинают там отзывы читать. Друзья, вот самая большая ошибка людей, да, это самая огромная ошибка, особенно, знаете, контингент вот это мамы молодые, это просто убивает. Вот начитается отзывы, не, вот это говно, я знаю, там написано. Поймите, это может быть антиреклама, да, может быть все что угодно. Это может быть просто одному дураку попалось, да, или он неправильно что-то сделал, он ее запорол, эту вещь, да, и начинает ее потом поливать, ему там, допустим, не сделали тут возврат, так как он ее сам сломал, да, неправильная эксплуатация была, да, и он начинает там... В прямом смысле обсирать, как бы, да, данную модель. Друзья, и такое бывает, это жизнь, это нормально, да. То есть тут ничего не поделаешь. Друзья, никогда вы не выберете данную модель, например, я не говорю за данную модель, да, я говорю, не выберите модель, читая отзывы. Тут нужно, смотрите, нужно брать, нет, соответственно, отзывы помогают в каком смысле, да. И в том смысле, соответственно, видишь, там по оценкам 5, 3, 5, 3, 2. Да, но слишком, допустим, смотришь, например, 5, а там 3, 5, а там 2, 5, а там 2. Знаете, друзья, тогда выбирайте среднюю, допустим, оценку. Это будет примерно тогда 4, грубо говоря, да. Вот, я не говорю там звезды высчитывать, нет. Я имею в виду, в принципе, берите среднюю оценку. Это примерно где-то в районе 4 это будет. Вот, потому что одно зашло, одно не зашло, друзья. Ну, для этого есть определенные там гарантийные случаи, да, вы всегда можете прийти в магазин, обратиться. Ну, ряд моментов, да, где вы купили. Фишка в том, что много людей сильно как зациклены этих отзывов. Вот не надо, говорю, это нужно приходить, например, есть магазин, например, пришли, включили, запустили, послушали, если вам звук зашел, значит, покупайте.
Ну не надо никого слушать. Если где-то вы увидели, да, включили послушать класс, да идите смело покупайте, не читайте эти отзывы. Если у кого-то она действительно работает долго, у кого-то может, знаете, она, ну все бывает. Это техника, сложно техническое устройство, оно имеет свойство ломаться, такое бывает. Да, бывает и брак, бывает все. Поэтому, друзья, смотрите, что касаемо вот этих двух моделек Fiera, да? Fiera Emotion 150 и Fiera Hop 100. Модельки, в принципе, недорогие. Цена-качество, просто пушка по звуку, друзья. Это пушка. Все, тут как я там тоже там в роликах рассказывал. Нет, друзья, конкретно если выбирать между этими двумя моделями. То есть в ценовом диапазоне и то, что вы видите сейчас снаружи, вот просто класс. Вот за эти, вот, допустим, звучание, вот 5 из 5. Вот в эту стоимость. Вот 5 из 5, но, друзья, всегда есть не то чтобы подвох. Я не буду ни в коем случае там уничтожать этот бренд, но я скажу на своей практике. Допустим, Hop 100 что-то бывает временами как-то теряет, не Bluetooth теряет, а как-то бывает где-то провалы в каком-то, что-то такое. Может, не показалось, может, интернет. Да, я уже там этот отключил интернет, да, потому что, допустим, есть определенное приложение, где можно музыку слушать без интернета, да, когда она у тебя скачана. Не в телефоне, она, ну, у тебя просто скачанная, да, то есть это приложение и этот, не с плейлиста, да, вот, и все равно, то есть, может, Bluetooth в телефоне, поменял Bluetooth, ладно, может, еще раз говорю, может, это мне попало, может, показалось, мод запись, а так, в принципе, работает достойно, это с таких нюансов, я не говорю, что там было что-то, потом, друзья, это сейчас будет честный отзыв. Я ни в коем случае себе медали не вешаю. Я ни в коем случае не буду, знаете, там, заваливать говном эти модели. Данная модель Emotion 150 на практике. То есть, почему я долго, как бы, вот, допустим, по этим моделям ничего не делал обзоры. Их, потому что их проверяю, их тест с разными моделями, да? Посмотрел время, да? А не то, что я купил, сразу врубил, а там все там. Не, ну, есть и такие модели, включаешь, сука, но они, ну, они не играют, а там написано, да даже его, не побыстрое слово, жбел, да, то есть, честно, ну, столько, знаете, шума там, ну, просто за такие бабки, да я вас умоляю, ну, его, не, покупайте, спору нет, ну, я сказал свое мнение, классные колонки, ну, дорого. Вот. Не то, что мне дорого, а дорого вообще, как для потребителя каждый день. Вот, друзья, поэтому, как бы, хотите недорогой, более-менее, говорю, там вообще идеальный звук, более-менее хороший звук, пожалуйста, вот данной модельки. Но, есть ряд моментов. Вот почему-то, еще раз, Emotion, да, 150, здесь аккумулятор, честно сказать, говнище, просто ни о чем. Вот сразу говорю, 4000 там написано, но ни о чем. Что-то там оно могло играть и 2 часа, и 3 часа, но как-то хрен поймешь, как оно работает. И она бывает даже сама по себе стоит, и бывает просто аккумулятор уходит. И вот это вот проблема. Не знаю, слухи ходили, что тоже бывает, когда от сети ее бывает, люди втыкали как бы напрямую, что-то там все, и что-то там перегорало. Не знаю, это я просто тоже нашел в интернете там по отзывам у людей. Да, данная моделька Hop 100, она в принципе не так давно вышла. И сейчас еще, друзья, там 200 я вышла, тоже придется покупать, и будем тогда тестить, будем смотреть. Это то, что еще раз, и то, что немножко там говнеца на них накинули, да, сейчас... Вот, это то, что я вам сказал, то, что я слышал, то, что я видел. Дальше, что касаемо по внешнему виду, по всему остальному, в принципе, ничего такого, то есть жевать мы сейчас не будем, вкратце там объясню, обрисую по функционалу, да, ранее в роликах там есть, да, и посмотреть где-то еще там разных людей есть, и я ранее тоже там рассказывал по этой модели, все это есть на канале, подписывайтесь, смотрите. Что касаемо, допустим, по внешнему виду, подсветочка красивая, да, вот, допустим, вот Hop 100, она мне понравилась, своим такие подсветочки, такая, ну, такая необычная. Здесь, как бы, ну, все просто, крутится и крутится, ни хрена такого нет, да. По меню, допустим, по панели управления, вернее, честно, мне здесь не понравилось, объясню почему. До хрена всяких кнопок. Это я понимаю, какая-то профессиональная акустическая система, да, да. Ну а так, она небольшая, она, высота у нее 55 сантиметров, Emotion высота у нее, сколько там, 52, если брать вот эту вот пипку, крутилку, да, у нее высота 52 сантиметра. Вот даже посмотреть на, тоже опять же сравнить, но опять же, блядь, туда же лезет к этому JBL и все, хуй с ним, давайте пускай будет JBL, да.
две крутелки и две кнопки, пиздец. Все. Вот это вот, понимаете, простота. Это хорошо. Ну, может, опять же, кому-то это нравится. Пожалуйста. Будьте как в самолете или как на пианино играть, если кому-то это надо. Вот мне не понравилось вот этого всего. В целом, за такую стоимость, за такие деньги, ну, хотя 14 рублей, друзья, ну, можно же чуточку доплатить, друзья. Я бы, допустим, вам порекомендовал бы, что она и по звуку ее положит. Ну, чуточку это примерно хотя бы, ну, рубчика так полтора до двух, да. Минимум рубль, максимум два. Есть несколько вариков, да, чтобы я порекомендовал бы, допустим, ее прибило нахер. К примеру, да, допустим, человек ко мне пришел. Да не то, что отговорил бы, он сказал: слушай, друг, не покупай вот это, нет. Покупайте, пожалуйста, это ваш выбор. Но, допустим, как по мне, вот эта вся вот эта вот хренотень вот эта мне не понравилась. Единственное. Если кому-то не смущает, без проблем. Понравилась единственная вот эта крутелочка, как накручиваешь звук, вот тут такая бегает эта светяшка, прикольно. Как-то так. Подсветка более-менее нормальная. По дизайну, ну, все просто. На бок класть, как бы, небольшая. Аккумулятор заявляет 7500 мАч. Друзья, не кажется, думаю, они немножко пиздят. Вот, поэтому, не знаю. Нужно будет просто смотреть и думать. А в лучшем случае, конечно, вскрыть. Ну, пока еще вскрывать не будем, потому что до этого руки не доходят. Тут что тут открутить вот 4 болта, но потом слетит, друзья, гарантия. Они как бы на гарантии. Ну ладно, я не обеднею за эту колонку, то есть 14 тысяч слетит гарантия, если она мне там устанет со временем, да, в течение года. Или сколько там они дают, я не помню. Ну, хрен с ней. Ну, вот так, как есть. Фазик мы видим, пломбы, да, тут входы. По 220, все написано. Друзья, производитель четко прям сиреник, все это классно. 7,5 аккумулятор, там все классно. 160 ватт прям заявляет. Сейчас вот так. Видите, да? 160 ватт, 7,5 тысяч и 160 ватт. Ну, 160 ватт, друзья, тут далеко нет. Вход под USB, AUX. И у нас гитара и микрофончик проводной. Друзья, в комплекте идет беспроводной микрофон, я уже ранее в ролике показывал. Там такая хрень, балдень, короче, можно именно, блядь, не то, что гвозди забивать, а прям колья такие серьезные забивать можно прям. Поэтому такое, ну, молодцы. Лучше туда добавили, а не беспроводной один. Для такой небольшой акустической системы, Bluetooth-колонки, он там нахер не надо, этот проводной. Я уже, как я говорил, ты шнур туда вставляешь, да, там прям добротно все, шнур такой толстый. Ты можешь ее дернуть, так как она легкая, она весит там что-то порядка 6 или 6,5 килограмм. Но это легкая, да? Достаточно легкая колонка. Вот. Ее можно так дернуть, да, и она за счет этого тяжелого микрофона, этого шнура, ты ее просто не почувствуешь, она бум, завалится. То есть, ну, как-то так, друзья. Вот это мне не понравилось. Сам микрофон лучше бы добавили проводной, мне кажется, им стало бы так дешевле. Друзья, знаете, что мне еще понравилось в этой модели? Сейчас покажу. Сразу говорю, звук за эти бабки понравился. Все, цена более-менее нормальная за эти бабки. Более, я не говорю, что там вау. Я говорю, есть лучше. Ну, чуть-чуть, может, дороже. Да даже и хрен с ним там, кому-то там нуждающимся. Ну, за эти деньги более-менее, которые люди не могут найти, нормал. Что мне понравилось еще в этой модели, да? Ну, смотрите, здесь не просто USB. Сейчас покажу. Я уже проверял, кстати. Выход 5 вольт и... не один ампер, короче, пол ампера выдает, как я понимаю. Пол ампера выдает. Ну, вроде бы так написано, да? Вроде бы пол ампера выдает, заряжать нужно телефон. Может, я ошибаюсь, поправьте меня. Я просто и то, это случайно сейчас ковырял и увидел, даже не читал. Я случайно увидел. Воткнул он кабель, короче, взял, да проверил телефон. Да, действительно идет заряд. Короче, друзья, можно заряжать телефон? Вроде бы пол ампера написано. Что еще такого? 4 динамика, 2 пищалки, по 5,25, по-моему, динамики. И тут динамики там вроде бы пищат, сколько они там что-то, до хрена там пишут, ну, там ватт по 5 их максимум. Ладно, еще мне понравилась этой модельки вот эта вот кнопочка. Ну, вроде бы ничего такого, да, она как бы, знаете, как в самолете кнопка форсаж, там, красная, да. И тут то же самое, сейчас она еще такая горячая, вот нажимается, помимо того, что она кислотного цвета, когда включаешь бас, да, бас действительно добавляется мощность, и она еще так мигает.
То есть, ну, такая хрень, мелочь, вот эти нюансы, ну, детали, вернее, да, но они важны, это прикольно. В этом плане мне понравилось. Подножки резиновые, в принципе, такие, класть, все. Да, и басы прям слышно, такой хороший, прям гудит. Правда, не сбалансированный до конца, ну, нормал. Для простого человека, которому просто воткнуть, в пляс пойти, друзья, это просто пушка. Ну, короче, пойдет. Только вопрос, сколько она проработает, я не знаю, друзья. То есть не приходилось мне ее качать на все там 100%, на 50%, чтобы она села. Придет время, просто все, короче, все со временем сделаем, сколько по времени они поработают, друзья. Так что, за эту кнопочку это плюс. Еще, друзья, что мне не особо понравилось, это момент следующий. Это пластик. Пластик дешевенький, друзья. Такой звонкий и тонкий, скорее всего. Но на звук, кстати, это не мешает. И ручка, конечно, такая не особо удобная. Вот, допустим, вот ее там надо сзади как-то подхватывать. Лучше бы тут что-то вырез такой был бы, да, и как бы что-нибудь придумали. Вот, чтобы, ну, так нести, в принципе, можно, но не особо удобно, допустим. Просто люди-то разные есть, да. У кого-то там нитки слабые, допустим. Ну, не особо удобно держать. Ну, в принципе, все. Друзья, есть плюсов по данной модели. Комплектация. Микрофон есть, это плюс. Минус то, что он, блядь, проводной. Ну, это на любителя. Он такой здоровый, тяжелый. Плюс цена средняя. Более-менее средняя. Звук здесь по этой цене отлично, можно сказать. Это плюс. Материалы так себе. 70 тысяч батарейка, это хорошо. Но я не думаю, что там она есть. 160 ватт здесь обещают. Да, это класс. Но я не думаю, что они тут есть. Панель управления. Всякие светяшки мне понравились, да, кнопка понравилась, а вот все остальные кнопки, блядь, мне не понравились. Ну так, а, еще пульт в комплекте, ну это хорошо, это плюс. Ну, в принципе, все, упаковка необычная. Все, друзья. В принципе, по за эти бабки, по пятибалльной шкале, тут даже, давайте, по пятибалльной как-то будет грубо, да, наверное, все. Тут даже по десятибалльной шкале, допустим, на мое мнение, как простому человеку купить, допустим, вот просто включил, чтобы она работала, да, допустим, ну, честно, семерку бы поставил, вот на моем мнении. 8, 9, 10 и далеко, то, что тут наедалово сплошное, допустим, по мощностям, друзья, да, вот поэтому, ну, отлично, с одной стороны, то есть больше хорошего, чем... Да, есть недостатки, я уже все, в принципе, перечислил. Уже жевать больше уже не буду, ничего. Так что, опять же, сколько она поработает, сколько она послужит, не знаю. Ну, по слухам, опять же, исходя, как отзывы, как я сказал, не слушать, ну, исходя с некоторых, если фильтровать оттуда информацию, да, долговечность у них, в принципе, вот срок службы вообще хреноватый, друзья. Ну, не знаю, то есть у меня пока, ну, как они меня, то мне стоят, их там включают, там, раз там полгода, там, чтобы она так поработала, и все, и то, они просто стоят. Ладно, давайте дальше приступим теперь мы к MU 650, друзья. Ну, опять же, давайте пройдемся по внешнему виду. По подсветочке, есть она, есть, что вы хотели, да, там, сколько, десятка там она, двенашка, тринашка, я брал за тринашку, друзья. Вот, что вы от нее хотели? Да, то есть, в принципе, если там соотношение брать, вот 1000 разница, да, брал за 12 990, или это то же самое, это там 13 все. Ну, блядь, за 1000 рублей, конечно, это космос. То есть, если так выбирать, допустим, тут разница в чем? Аккумулятор якобы мощнее, да, якобы, не знаю, будем накручивать, якобы мощнее, не знаю. Вот, поэтому сейчас будем смотреть. Ну и там посмотрим, да, кто из них будет мощнее. Так, по подсветке понятно. Вес у него там порядка, что-то там 5200, где-то вот так вот у него полный вес. Высота у него 52, аккумулятор 4000 мАч. Два динамика, плюс две пищалочки. Опять заявляет 160 ватт, друзья. Ну, хрен знает, нету 160. Разбирали ее, говорят, два динамика по 30. Эти говорят, там что-то там понаписано, где сверхнереально. Тут они ватт по 5. Да, и того суммарная мощность у нее, как сказали, ну, судя по динамикам, да, ватт 70, да. Возможно, ватт 70 она выдает, согласен. Ну, 160 или, короче, наедалово ровно почти в два раза, короче.
по панели управления. Честно, друзья, ни хрена тут толком нету. Тут слишком много, а тут слишком мало, друзья. Ну, с другой стороны, как я сказал, простота — это прикольно. Сука, ну не вот так вот же, да, там вот в очке вот такой тут залепили, как бы, да. Ну что тут, ну сделайте хоть как-то там, да. Ну ладно, друзья, ну ладно, да. Звук, конечно, если выбирать, например, не буду там на некоторые модели сейчас показывать, сравнивать, да, если выбирать, допустим, с другими модель производитель, конечно, да, вот эта модель уносит их нахер. То есть в такого формата, в такого, допустим, объема, так как она есть на свете 52 сантиметра, с таким звуком, с такой ценой, согласен, в этом плане согласен. Здесь, друзья, 10 баллов. Да, на свой объем, на свой звук. Неважно, что тут 160 написано, друзья. Ну, пускай она даже работает там 72, друзья, 80, ну, 70 там, даже 80 лет. Вот, ну, чистых, настоящих, да, как все привыкли. Не китайских, как говорят, да. Вот, но это мощно все равно. Это мощно для такой колонки, друзья, это мощно. Играет, правда, аккумулятор у нее слабый. Тут без вопросов. Я не знаю, долговечность, говорят, тоже у нее как бы так себе. Если вам чисто нужна такая колонка, там, на пару вечеринок, там, чисто, да, друзья. Бывают компании, знаете, там, под Новый год, например, собираются, там, днюхи, там, все чисто оттусоваться, как бы, да, скинулись, там, не знаю, там, с каждого лица, там, по 1000 рублей, да и купили ее, друзья. Ну, это нормально. Так что, вот так вот. Так, что по панели управления? Крутелочка обычная, дисплей обычненький, самый простенький. Перемотки назад-вперед. Тут, честно, я уже устану показывать, эти кнопки меня просто убивают. Вот это все, куча всего. Самое классное, это мне вот это, на этой крутелке подсветка понравилась. И вот эта кнопка, все. Все остальное это нахер не надо. Вот. Здесь как бы слишком, друзья, просто уже, да, они как бы либо мало, либо много сделали, ну, взяли бы какую-то середину, да, и разлепили тут между собой, ну, ладно, хрен, есть как есть. Так, назад, вперед, эквалайзер есть, кнопка еще включения, друзья, ну, тут еще кнопка, еще есть одна включение, масса какая-то, да, друзья, но тут еще вход есть на 12 вольт, сюда можно еще 12 вольт подкидывать, вот такой нужно найти преобразователь или переходник, там, кто как называет, и можно 12 вольт лучше слушать. Аккумулятор находится вот там, вот тоже с пломбой, что-то написано, давайте почитаем, уже не помню, вроде бы 4000 тут было написано миллиампер часов. Друзья, ну, на такой мощности 4000 миллиампер часов, конечно, маловато. Так, 12 вольт, также она выдает, кстати, можно заряжать телефон. А, да, 4000 мАч, 162 тоже заявляют, друзья. Ну, херня все это, нет, 162 тут, можно смело говорить. Так, вход гитара, микрофон, проводной, друзья, в комплекте только один пульт, микрофона нет ни хрена. Так, кнопочка включения-включения, крышка под аккумулятор. Все, все, ручка, здесь ручка, конечно, вот она простая, есть, она более удобнее, чем там ручка. Ее можно вот так вот просто взять. Вот, более удобнее. Потому что я объясню почему. Например, да, берет какая-то девушка, да, она, например, с маникюром, с длинными ногтями. Вот, допустим, сюда взяться, это некомфортно. То есть вот этим будет цокотеть ногтями, да, то есть ей неудобно будет взяться. Вот эта проблема, вот за это имел в виду. Мужику там похер там, да, а вот даже ребенок какой-то взял, слишком большой обхват, тут тоже не схватится. А здесь как бы самый раз, в принципе, возьмутся практически почти все. Так, ну не почти, а все, я думаю. Так, крутежки, громкость, все понятно, перемотка вперед, это у нас кнопка мод, кнопка бас, все включается и регулируется подсветка. Единственное, мне понравилась вот эта вот крышка, тут есть, это хорошо, закрывается все это приблуда, да, а вот это вот, конечно, вот это вот, блядь, это проблема, вот выковырить ее, кто-то скажет, да, это круто, вода не попадет, а если вода попадет, она зальется вот сюда. Ну ладно, сделать так, но выковыривать ее сложно. Потом вход AUX у нас, и также под флешку USB, да, и также можно заряжать телефон, друзья. Вот, ну или что-то, что нужно, можете заряжать. Ну, в принципе, все, так оно закрывается. Пластик здесь более такой, знаете, мне показался более такой приятный. То ли он матовый просто, вот поэтому также класть его можно на бок. Здесь такой пластик более блестящий, такой звонкий, здесь... Хотя он такой, но здесь как-то он, может, за то, что меньше корпус, вот поэтому как-то он, как-то, мне кажется, не такой звонкий, да. Но он просто матовый. Ну, в принципе, все. Опять же, как простому пользователю, друзья. Подошел, посмотрел, включил, друзья, сразу понравится, спору нет.
Как она будет долго работать, тут уже хрен знает. Ну, я вам сказал ряд моментов, которые... Ролик, правда, получился длинный, я не думал, что такой будет. Но тут уже поймите, я со стороны как мыслю вслух, как простой пользователь, друзья. Ну вот, в принципе, ну, я думаю, все понятно. Друзья, просто немножко прерываюсь, поэтому дергают тут меня, поэтому приходится немножко, да, ролики будут резаны. Так, ну все, в принципе, все рассказал, все примерно подробно разжевал, как на первый взгляд, да, что касаемо, ну, допустим, смотрите, по 10-бальной шкале, допустим, нет комплектации, один пульт, в принципе, нет микрофона. Друзья, может, кому-то не нужны эти микрофоны, но все равно, рано или поздно найдется какой-то гость, который, давай еще запоем. Ну, это нормально. Либо дети там это любят, ну, это нормально, просто покричать хотя бы. Нет микрофона, это минус. Так, небольшой объем, да, это плюс. Небольшая цена, это плюс. Подсветка есть, это плюс. Звук достойный. Достойный звук, друзья, это тоже плюс. Коробочка обычная. Что еще? Есть пульт, это плюс. Из минусов, что мне не понравилось? Вот это управление. Слишком простое, как бы, вот, ну, как-то так. Аккумулятор, то есть это минус. Как-то не то, что слишком простое, ну, как-то, ну, немножко, ну, ну короче, как-то так. Скучновато. Нет, не особо понравилось. Это так себе, на мое мнение, минус. Кому-то это нахер не надо, играет да играет. Что еще? Аккумулятор слабый, это минус. Качество материалов, друзья, ну, так себе. В принципе, среднячок. Бывает и хуже, друзья. В принципе, нормально. Вот. Ну и опять же, по 10-бальной шкале я бы, допустим, на свое мнение оценил бы. Эту дал, как я, семерочку на внешний вид. Вот здесь бы около семерочки, да. По звуку, в принципе, она мне тоже нравится. Более-менее нравится за эти бабки между собой сравнивать, да. То есть в соотношении, если поставить там какого-то другого производителя, я не считаю это мировых брендов, да, там, вот что-нибудь в этом формате, в этой цене, в этой категории. Вот, да. Да, это плюс. Ну, в районе семерочки. Но если выбирать между тем и этим, тут, например, бы поставил где-то 7, здесь бы поставил, например, 6,5. За то, что все-таки цена у них в штуку, да, как бы вот такая вот разница. Там здесь и батарейка, и микрофон проводной, там, ну и... Ну, как-то так. Вот, где-то 6,5 до 7, ну, около того. В принципе, все, друзья. Ну что, давайте мы сейчас немножко их покрутим по звуку. Давайте сейчас мы их на пол поставим. Мне кажется, просто когда ставишь на пол, звук немножко поинтереснее. А так оно будет стоять, просто воздух орать, как бы не особо это нравится. Так, ну что, давайте мы сейчас накрутим у нас хоп 100. Первое будет работать на одинаковое расстояние, чтобы было правдоподобно. Так, еще трек тут играет какой-то. Давайте мы его накрутим максимум. Здесь накрутим максимум. Накрутим еще бас. Не знаю, класть надо, не надо. Друзья, на 100% накручено. Сейчас еще в телефоне все. Когда я покупал вот эту,
Мне еще в магазине говорят, так вот это вообще. Я включил, честно. Я их еще вместе не сравнил. Это будет сейчас первый ролик, который посмотрят также. И я посмотрю, и вы посмотрите. Честно, я думал сейчас, вау, как дунет тут натуре. Тоже днюшка разочаровался по звуку. Думал, будет мощнее. Ни хрена не мощнее. Это немножко звенит где-то там. То ли пластик, то ли хрен поймешь. Немножко так, вибрация есть. Понятно, да? Потому что давайте мы снова этот трек врубим, чтобы я уже не искал долго. Сейчас мы перейдем на Emotion 150. Не буду сейчас обрываться. Так, это какая из них какая? Блин, сейчас. Так, друзья, поехали снова. Сейчас переключился. Сейчас будет Emotion 150. Так. Добавим ей. Так, вот кнопка бас сразу уже. Вот, а что-то бас включаешь, на? Отойдем на одинаковое расстояние. Друзья, честно говоря, что-то я немножко не понял, да? Вот, показалось, вроде бы это громче, здесь более бас, вроде такой помощнее, чуть-чуть, там совсем децл. Здесь она вроде бы громче, громче кричит. Ну, хотя и заявили, что все одинаково. Ну, вот как-то так. Может, знаете, из-за чего все-таки? То, что здесь фазик-то вот вперед как бы немножко, да, он выходит. А здесь как бы она потише, а фазик выходит назад, да? Вот, поэтому здесь будет бас более такой мощный, мощнее показался. А здесь она вроде бы кричит громче, а бас как-то чуть-чуть меньше слышно. Ну как-то так, друзья. Ну давайте сейчас немножко, пускай она пошумит. Сейчас проверим на шумометр. Это уже музыка. Примерно вот так. Сразу или нет, чтобы сейчас на шум проверить. Да. Сейчас. Ну да, еще она немножко дребезжит.
прям даже сильно это. Такой, честно, что-то аж непонятно. Что-то звук такой, я даже не понял, что за хрень. Ничего там не тарахтит, никто туда не залез там внутрь, блядь. Алло, Нафаня, сейчас вылезет. Так, друзья, ну, будем закругляться. Смотрите, то, что сейчас, допустим, имеется даже у меня продажи, даже и вообще, что продается, да, тут можно сейчас много треков крутить, тут вывод понятен, да. По звуку, друзья, они примерно одинаковые, да. То есть, если даже вы купите ту или другую, вы по звуку не прошибете вообще. Нету тут мощности, что мне, как обещали, она вообще уносит. Мне даже, честно, менее понравился вот Hop 100. Почему? Потому что там чуть какой-то звук какой-то непонятный, какое-то даже дребезжание появилось. Хрен знает. А по той простой причине... Потому что все-таки пластик какой-то там такой. Вот чем тоньше пластик, друзья, тем это будет как-то вот вибрация, звон какой-то будет. Здесь она еще поменьше как-то, вот она мне понравилась. По звуку больше. Но не понравилось вот это меню. Тут тоже, сука, не понравилось. Звон какой-то слишком наляпистый. Тут какой-то слишком там дуля такая, да? Батарейка здесь хреновая. Ну, в целом, в принципе, что возьмете то, что возьмете это, то есть вы не ошибетесь. В любом случае, если будете выбирать Hop 100. Ну, конечно, если по звуку поменять местами хотя бы аккумулятор, микрофон, по большому счету, мне там, допустим, как для меня, он нахер не надо. Вот, если поменять местами аккумулятор, я бы, конечно, выбрал вот эту. MH 150. Я бы выбрал. Это на мое мнение. Ну, в принципе, друзья, вот так вот. Такой у нас был обзорчик. Он, правда, длинный получился. Сам не думал, что так. Не буду столько трусить вон тут. Поэтому, не знаю, может, кому-то было полезно. Я просто для себя их вместе не сравнил. Не было времени, как бы, да. Даже тут с одного трека понятно. Тут даже не надо накручивать разные треки, там, включать. Тут вот это что-то мне со звуком как-то не особо. Вот даже такой звук, когда стучишь, он что-то там как звенящий немножко. И звенящий еще может быть тут панель вот эта кнопок, да, из-за вот этого еще может быть вот такое. Здесь вот, потому что здесь тут нечем извинять. Вот поэтому это вот, я считаю, производитель немножко это ошибка. Ну, друзья, хотите заказать, допустим, видеоподбор еще с какими-то моделями, пишите, пожалуйста. Вайбер, WhatsApp, контакты будут указаны. Либо хотите, допустим, сравнить то, что там у меня продается, разные модельки, могу поставить, сравнить, показать. Даже покажу, какая утопит, допустим, эту фиерку примерно в эти же деньги, но только будет по звуку. Возможно, лучше, друзья, не буду говорить, что там это прям ощущение. Ну, можно будет попробовать. Так что заказывайте видеоподбор, пишите Вайбер, WhatsApp, там уже решим. Друзья, еще сразу же добавлю, немножко там название канала изменилось, тут никаких у меня там ни переездов, ничего, образно говоря, да, там в формате работы, нет, это чисто как бы сугубо личное такое решение, потому что продукция разношерстная будет, да, и в принципе решили такое поменять, потому что один человек написал мне сегодня, а что поменяли, потерял вас, как бы, где обзоры, вот, просто вот решили сегодня так вот, я решил поменять. Друзья, спасибо за внимание, всем добра, до свидания.